Скоординировать работу всех ведомств в борьбе с общим врагом – коррупцией. Такая задача стоит перед членами вновь созданной в региональном правительстве комиссии. Во вторник состоялось первое ее заседание, приуроченное к Международному дню борьбы с коррупцией. Возглавил совет лично губернатор. Задача борьбы с коррупцией на современном этапе обозначена президентом России Владимиром Владимировичем Путиным как одна из самых важных. В ежегодном послании Федеральному собранию 3 декабря президент заявил, что коррупция – это препятствие для развития России. С целью реализации поставленной задачи совершенствуется законодательная база по противодействию коррупции. Деятельность комиссии будет направлена прежде всего на выполнение государственных задач по координации усилий органов государственной власти нашего региона в борьбе с коррупцией и создание в обществе атмосферы нетерпимого отношения к малейшим коррупционным проявлениям. За 9 месяцев 2015 года возбуждено 217 коррупционных уголовных дел. Это в два раза больше, чем за аналогичный период 2014-го. Общее количество расследованных эпизодов – 90. В структуре расследованных преступлений наибольшее количество составляет получение взятки – это 30%, дача взятки – 20%, служебный подлог – 16%, коммерческий подкуп – 11%, присвоение, злоупотребление, превышение должностных полномочий – по 9% и посредничество во взяточничестве и мошенничестве – от 3 до 2%. В Ивановской области существует любопытная особенность. Фактов получения взятки выявляется гораздо больше, чем эпизодов ее дачи. Соотношение примерно 3 к 1, тогда как в других регионах страны эти показатели примерно одинаковые. Увеличилось число преступлений коррупционной направленности в органах местного самоуправления. Рост составил 360%. Конечно же, указанная тенденция настораживает, но вместе с тем я уже говорил о том, что усилия по количеству выявляемых и возбуждаемых уголовных дел, они наращиваются практически в два раза. Следует отметить, что по линии прокуратуры количество поступающих материалов увеличилось в 3 раза, по линии ФСБ в 2 раза. По линии УВД на 30%. Наиболее эффективно и качественно предоставляют материалы это ФСБ. Более чем по 90% представленных материалов мы возбудили уголовные дела. За 11 месяцев 2015 года в производстве следователей следственного управления находилось 15 дел о коррупционных преступлениях, совершенных должностными лицами органов госвласти Ивановской области и органов местного самоуправления. В том числе в отношении должностных лиц органов местного самоуправления 4, депутатов местного самоуправления 7, должностных лиц органов госвласти 4. В суд направлено 10 дел, из них 8 в отношении должностных лиц и депутатов местного самоуправления. Выявлять преступления важно, но гораздо важнее не допускать коррупционных проявлений. Для этого прежде всего нужно исключить ситуации, где есть личная заинтересованность чиновника. Частные интересы не должны влиять на исполнение госслужащим своих профессиональных обязанностей. Одной из ситуаций, при которых возникает либо может возникнуть конфликт интересов на государственной муниципальной службе, является участие государственных и муниципальных служащих в коммерческих организациях в качестве учредителя. В соответствии с требованиями закона, в случае, если служащий владеет ценными бумагами, долями участия, паями, уставных капиталах, обязан в целях предотвращения конфликта интересов передать принадлежащие ему ценные бумаги, доли паи, уставных капиталах в доверительное управление в соответствии с гражданским законодательством. Однако, как правило, это условие не мешает чиновникам болеть за свое дело и строить бизнес через доверительного управляющего. Считаем, что исключение какой-либо возможности участия служащего в бизнесе будет способствовать предотвращению нарушения публичных и частных интересов, добросовестным исполнением своих обязанностей. Не секрет, что со временем ответственность за коррупционные преступления будет только ужесточаться. Но должны быть еще меры воздействия на госслужащих, чтобы исключить подобные проявления. Губернатор предложил попробовать воздействие через морально-этический аспект ситуации и создать некий кодекс чести или присягу для чиновников. В войне с коррупцией все средства хороши. Наталья Гутарина, Андрей Семиволков, РТВ Иваново.